средние люди, они садятся в трамвай, едут по поездке и это и проверяют, как водит вагоны вожатый. Вот так. Так что, скорее всего, это бригадиры, они там пробил. Я кто его знает. Динамик закрываешь, что звук так лучше получается. Я не закрываю его. Улица Левченко. Предприятие «Пенборг Электротранс» приглашает на обучение и работу водителей электробуса. Зарплата от 80 тысяч рублей. Бесплатное обучение. Социальные гарантии. Взять, попросить водителя остановить на ныне несуществующей остановке из-за ремонта. А, сорян, я как-то брошу. Это время. Вот знаешь, вроде как бы логично как бы купить проездной. Я его сам регулирую, но при этом я сам езжу по банковской карте. Лучший. Ну тебя. А, ну. У тебя есть хоть денежные средства для покупки проездного? Есть, конечно, мне просто лениво пополнять. Но он не окупится. Я его реально не покупаю. Не надо на сутки покупать, а у меня нет такого тарифа проездного. Ты
мне так жалко старые пути. Вообще. Ты же раньше этот видел, ну вот этот 11-й. Да, и 12-й. И не только 11-й, и 12-й. Вообще много чего ходил. Рублей 15 не было, кроме скидки. А сейчас уже 945. Да капец. С этими повышениями цены на проезд. 12 тысяч. Я раньше над тобой все прикалывался, что 12 тысяч, типа, ты его не окупаешь. Теперь уже 13 часов. И плюс еще 15, он говорит, что 5 повысят, и получается уже где-то 1014 было. Как так-то, а? 14 апреля куплю безлимит на месяц. Мы 14 апреля, скорее всего, купим проездной на год опять новый. Потому что у нас этот заканчивается уже. Он там до 13 апреля. Не, ну по факту 12 апреля. Ты, конечно, вообще прикольный. Гонит как будто на кристалле. Ой, на октябре точнее. Не, не самый опасный. Один раз. Ну так-то да. А где самый опасный? Не знаю. Ну, хотя вот стрелка на Пушкина, наверное, одна есть. И вот на Карпинского пути. Подальше. Они прямо сейчас. Нет, просто чтобы не... Не, 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 не,